Я Лариса Мархотина, сама я из России, Санкт-Петербурга, но приехала сюда в Вексию, потому что здесь находится мой племянник. А с племянником 3 года назад случилась беда. Произошла авария, после которой он получил черепно-мозговую травму и в очень тяжелом состоянии был доставлен в больницу, после чего ему понадобилась реабилитация. Его поместили в реабилитационный центр в Сиднее, где он пробыл практически 2 года. И мы поняли, что нет таких в Австралии методов, которые могли бы поставить Сережу на ноги. А мы были очень в этом заинтересованы. Поэтому вышли в интернет. И из нескольких реабилитационных центров мы выбрали Вексию в Греции, поскольку прочитали о ее методах восстановления. Нам это было более интересно. Оказалось, что мы сделали очень правильный поступок и приняли правильное решение. Мы привезли сюда Сережу в прошлом году в лежачем положении. В другом положении он находиться не мог. И за срок больше месяца здесь его научили сидеть и вставать. И первые навыки хождения он тоже получил в этот же период. Нас это очень воодушевило, и мы решили привести племянника второй раз. И мы не ошиблись опять, потому что сейчас Сергей ходит и делает очень большие успехи. Не только в хождении, но и в решении других каких-то логических задач. И нам понравилось еще то, что он просто как-то сказал: «Я хочу ходить». Это для нас было очень большим подарком и большим очень достижением. Поэтому мы очень благодарны судьбе, что мы нашли этот реабилитационный центр. И мы очень благодарны всему медицинскому персоналу и всему административному с такой заботой, с таким умением, с таким подходом, таким вот тяжело больным людям, когда мы вместе все, и родственники, и врачи, и администраторы, с большим желанием хотим сделать человеку такое большое дело, чтобы он стал самостоятельным вновь. И мы очень счастливы, что нашелся такой центр и такие люди, и что наш Сережа приобрел совершенно другое настроение к жизни. От того, что он 2 года был в лежачем состоянии и ничего не хотел делать, до самостоятельного решения пойти. И сейчас мы просто смотрим на него с радостью. И еще раз очень благодарны и судьбе, и всем тем, от кого зависит здоровье Сережи. Спасибо большое.